В Нидерландах христианское движение «Экспоуз» провело кампанию «Я бесценна» и собрало более 40 тысяч подписей с призывом положить конец торговле людьми и сексуальной эксплуатации. По словам организаторов кампании, либеральный подход Нидерландов к проституции способствует торговле людьми в сексуальной сфере. Петиция, подписанная гражданами страны, заставит парламент Нидерландов провести дебаты о проституции и осознать реальность торговли людьми и платного секса. Петиция выступает за привлечение к уголовной ответственности за платные сексуальные услуги в Нидерландах. В ответ на эту кампанию представитель правительства Нидерландов заявил, что в этом году в парламенте будут обсуждаться планы наращивания усилий по борьбе с торговлей людьми и выделения средств для помощи жертвам сексуальной эксплуатации.